прибежал, успел. Знаете, бегаю по школам сегодня как первоклассник. Наверное, хочу везде успеть. И потому что мне очень-очень приятно быть в школе, быть в вот таком обществе. Сам молодеешь. Я хочу вас искренне поздравить с праздником последнего звонка. Хочу сказать, что первая школа – это не обычная школа. Школа – это номер один. И это гордость нашего города. Это визитная карточка из визитных карточек нашего города. Поэтому мы как-то мало говорим о школе, которой 30 лет, да? 35 лет городу, 35 лет Одесскому припортовому заводу, 35 лет порту. А о школе мы как-то об этом говорим меньше. Но я хочу сказать, что действительно это начало нашего города. И за 35 лет было очень много выпускников. Было, это, наверное, сотни. Около 4000 человек. Я уверен, что сегодня представители первой школы, а тем более это представители нашего города, есть во многих городах, наверное, Украины и далеко за ее пределами. Я уверен, что они гордятся нашим городом, они гордятся этой первой школой. Поэтому я хочу всех поздравить. Я хочу выразить огромную благодарность всему преподавательскому составу, Ольге Васильевне, директору школы, родителям, которые заботятся о своих детях и сделают все, чтобы дети получали как высокие знания в этой школе. Поэтому искренне вас поздравляю. Удачи, счастья и благополучия. Я хочу сказать, друзья мои, что мы сегодня переживаем очень тяжелое время в нашем государстве. Это самые тяжелые дни за всю независимость государства. Я уверен, что мы это переживем. Мы сделаем все возможное, чтобы наступила стабильность. И я уверен, что наши выпускники сделают все, чтобы наше государство процветало. И сделают все, чтобы наш город был один из лучших в Украине, а то Европы. Удачи вам!